бабушка палочкой стучала, а лаяла бабушке: вызови врача, выпиши лекарство, будешь ты здорова, если будет горько, да что же ты такого? Ты потерпишь чуточку, а как приедет врач? Мы с тобой на улице поиграем в мяч, будем бегать, бабушка, прыгать высоко, да что же тут такого? Это же так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара, просто очень старая, волосы седые, где-то потеряла воду воды, где-то за далекими лесами темными, за водой глубокой, за горой высокой. Как туда добраться людям, неизвестно, говорила бабушка. Вспомни это место, я туда поеду, поплыву, пойду, воды молодые, я тебя найду. Молодец.